Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа поздравлений. Дорогую, любимую доченьку, маму, сестренку, сестру Наталью Ивановну Яковлеву поздравляем с 35-летним юбилеем. Вот и наступил твой главный день в жизни, день твоего рождения. Еще на один год ты стала старше, мудрее, опытнее и красивее. В этот день хочется, чтобы твои глаза искрились счастьем, улыбка не сходила с губ, а руки были заняты подарками и букетами цветов. Огромного неземного счастья, семейного уюта, благополучия, огромной любви, чтобы во всех начинающих тобой делах сопутствовал успех и удача. Желаем солнечного настроения, новых ярких впечатлений, идей и эмоций. Не забывай о любящей тебя семье, готовой в любую минуту подставить свое плечо, прийти к тебе на помощь. В твоих глазах сегодня только радость, и это ведь счастье для меня, поверь. Мне в молодости, кажется, мечталось, как буду отмечать я дочкин юбилей. Тебе сегодня 35 всего лишь, ты женщина, но юная совсем. Поздравить с днем рождения тебя позволишь, прочесть стихи и подарить букетик хризантем. Желаю я тебе прелестное создание, еще чудесных и прекрасных лет. Ты так красива и достойная внимания, так пусть всегда горит твой яркий свет. С поздравлениями, бабушка Настя, мама, дочь Настя, братья Владик и Алеша, сноха Татьяна, племянники Данил и Сергей. Жизнь мою нежданно изменил, мою реальность, мысли мерцают, на сердце вспышки, любовь без передышки. Все начиналось как невинный флирт, а теперь пусть без тебя мой мир. Ты волшебный, ты другой планеты. Нежных слов, чтобы описать мою любовь. И по ночам не плакать по мелочам. Ты, как время, лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна. Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный, ты с другой планеты. Ты из моей мечты. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и дочка. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка. Ты Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе. Как самый лучший ты записан в телефоне. И ты волшебный, ты с другой планеты. Я на все вопросы к тебе нашла ответы. О, Боже, какой мужчина! О, Боже, какой мужчина! О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и дочка. О, Боже, какой
уважаемые телезрители. А у меня на этом все, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!